Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Tower Conquest. Так, заходим на тренировку и забираем нашу команду в полном составе. И опять же отправляем ее туда. Да, она будет у меня тут до тех пор, пока все ребят персонажи не прокачаются до 5 звезд. Я думаю, опа-на. Погоди-ка. Неужели у нас кто-то... Твою налево, у нас призрак, друзья мои, наконец-то получает 5-ю звезду. Нафиг я его отправил качаться, скажи мне на милость, а? Надо было посмотреть вначале, а потом отправлять. Рэй, ну ты чё, ну ё-моё. Эй. Блин. Ну что же это получается? А получается то, что кто-то уже, ребята, не получит определенных количеств звезд. Так что вот такая вот ерунда. Ну что, 15 жриц мы с тобой забираем. Так. И, ко всему прочему, выпадает нам вот такая награда. Но абсолютно, по-моему, ребят, там все у нас прокачано. И я... иду искать противника и выбираю, наверное, вот этот отряд. Да, здесь, ребят, здесь у нас есть такой парень, его звать Молотильщик. И вот он сейчас один пойдет всех молоть. Абсолютно всех, ему по барабану, кто тут выйдет. Потому что уровень у него сотка, а у этих, я не помню, там первый, по-моему, уровень. Ну, даже если 20-й, это, ребят, ни о чем не говорит, потому что, ну, видишь, сам результат. Просто пробурили, пропилили ему замок. Ну-ка, подожди-ка, а что у нас тут? Опачки! Ты серьезно? Так, друидка, друидка, ты где у меня? Здесь. Так, ребята, я пошел на это событие. Так, что нам надо? А что нам дают, во-первых? Давай посмотрим, какой у нас... Так, возьмем вот этого. Можно, в принципе, наверное, возьму Грифона. Так, из боссов здесь я, наверное, возьму друидку. Подожди секундочку, сейчас подумаем. Кто мне тут еще нужен? Ближники есть, да? Кто-то, блин, еще мне нужен. Возьму, наверное, ниндзю сюда. И Ронина. Так, а башня у меня будет вот эта. Так, ну слушай, я надеюсь, что мы все-таки здесь сможем пройти. И надеюсь, без потерь. Если честно, мне нужно сейчас как можно быстрее накопить на друидку. Потому что если он это сделает быстрее, мне будет плохо. Мне будет вообще не сдобровать. Так, я накопил на друидку. Но вот теперь... Ну вот теперь что? Теперь, наверное, сделаем так... Выпускаем еще Ронина. Красавчик Ронин. Ах ты, смотри, что он, ребят, он сделал отражение. Друзья, он сделал отражение. Ты представляешь? Ну да, да. Тут ты, конечно, мощно. Так, давай. Мага просто вырубили мы. А вот сейчас мы посмотрим, кто, как говорится, кого. Так, я вызываю еще одного воина. Идут мои партизаны, идут. А он, ребята, поставил отражение. Но отражение не работает на замок. Он работает только лишь на юнитов. Давай, 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 родные мои, пинаем. Маг только вышел. И мы его сразу, ребята, положили баньки. Ну что же, давайте мне 23 карточки на мою родную друидку. И, ребята, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Я, наверное, возьму тот же состав. Тот же. Так. Что у нас там еще-то есть? Можно, в принципе, здесь взять. Не, он дорого стоит. Он, друзья мои, дорого стоит. Обойдется он мне в копеечку. Так, не хватает кого? Может быть, чумную взять? Ниндзю, чумную? Давай, наверное, так сделаем. Вместо грифона я возьму чумнуху. Они оба летающих юнита. Ну, единственное, что у грифона, ребята, есть преимущество. Он, когда умирает, он может полететь фениксом во вражеский отряд. Уничтожить довольно неплохо. А у чумнухи такого нет. Но она может сделать токсическую лужу, которая наносит постепенный урон. Так что тут как бы... Есть, есть, ребят, над чем подумать. Смотри-ка, а чё он хитрит? Я сделаю так. А ну-ка.
Он что, там отражение влупил, мне показалось? Нет, ребята, мне не показалось. Он влупил отражение. Было такое дело. Слушай, ну мне кажется, что уже все. Он потерял преимущество. Давай-ка на двоечку нажмем. Да. Великолепно. Так, друзья мои, ну что, получаем с вами еще 13 карточек. То есть 23 плюс 13, это 36. И, по-моему, сейчас будут последние 8 карточек у нас в плюсе идти. Так что давай, Роня. Мак. Я вот думаю, может быть мне взять. А кого тут взять лучше, а? Давай БФГ попробуем. Сейчас доиграюсь, проиграю, будет потом сам себя, ребят, корить за то, что ну зачем ты рей так сделал, ну зачем. Надо было старым составом играть, все было бы окей. Так, копим, я уже хотел вызывать, но нет, надо копить. Как я понимаю, сейчас опять выйдет первым паладин. Если выходит первым паладин, мы тогда с тобой вызываем. Он медленно идет, мы успеем накопить энергии для того, чтобы призывать друидку. Ну а дальше сам понимаешь, все пойдет как по маслу. Там маг, он сразу мага вызывает, посмотри. И отражение, ребята, и отражение, ё-моё. Ронин сам себя убил. Так, ниндзя побежала. Ну, это понятно. Готов. Готов. И все. На двоечку ставим, ребята, и добиваем ему замок. Отлично. В общем, сегодня мы неплохо пофармили жетоны на нашу друидочку. Вот что я хочу тебе сказать. Да. Но все равно, ребята, еще очень много нужно нам карточек для того, чтобы ее вообще прокачать. По-моему, если не ошибаюсь, еще 200, сейчас глянем. Ну, не 200, чуть меньше, но тем не менее, ребята, много. Побольше бы таких событий, все было бы окей. Ну что, ребята, мы с вами идем. Это у нас Теракоша, да? Это первая. Угу. Это у нас первая, ребят, локация. Теракотовая долина. И здесь у нас неприятные враги. Может быть, все-таки нам взять этот отряд? Давай-ка я попробую. Мне черепаха не нравится. Мне не нравится черепаха, которая будет стоять за Теракотовым воином. За Теракошей, одним словом. Потому что Теракошу мы пока будем разбирать, черепаха будет бомбить. Она, конечно, не так бомбит сильно, как пулеметчик Джо, предположим, да? Но, тем не менее, неприятно. Так, идет супостат. А я попробую сейчас друидку вызвать. Я вызвал друидку и следом. А что если я их притяну? Притяну и сделаю вот так вот. Не нравятся им мои тотемы. Вообще не нравятся, друзья мои. Это мне помогло сейчас в данный момент ускорение, которое я подобрал. Блин, черепаха паршивая, а? Но ее баллиста очень хорошо, ребята, и быстро довольно-таки сметает. Ну что ты, всадничек, ну что ты тут сделаешь? Ты же ничего не сделаешь, ты же ватник против меня. Все, ребят, на двоечку ставим. Потому что здесь однозначно уже добьем, как говорится, да? Замок. Так, но на этом мы не успокаимся. У нас последний, ребят, поединок. И здесь у нас будет богиня солнца. Слушай, а нафига я так сделал? Мы обычно с тобой берем топовый отряд. Ну ладно, это будет интересно даже посмотреть, что сможет сделать друидка с богиней солнца. И как это вообще все будет выглядеть. И успеет ли она вообще выйти, если честно. Так, я для начала, наверное, все-таки вызову паладина. Паладин против самурая, но... Ёпарасете, а у него вуджен, друзья мои. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А ну-ка иди сюда.
Да, ребята, именно для этого я подтянул его, чтобы уничтожить. И черепаха еще тут лезет, а? Друзья, я призвал друидку. А он богиня солнца. И вот Жен еще тут до кучи. Есть! Вырубили. Друзья, мы все-таки вырубили богиню солнца. Она чуть-чуть бы, конечно, и могла бы, наверное, победить здесь. Смотри, мои эти под хилами стоят. Так что этот вот Джен для нас сейчас в данный момент вообще бесполезен. Мы просто отхиливаемся. Ну, отхиливались, по крайней мере. И сам видишь, что мои тотемы здесь делают. Наказывают очень сурово, ребят. Долгий, конечно, поединок выдался у нас вот именно этот. Но он, ребят, продуктивный. Все. Победили. И забираем наши, так сказать, награды. Что нам здесь выпадет? О, это у нас все есть. Это все у нас прокачано. И мы переходим с тобой на территорию роботов. Значит так, здесь щитобот плюс БФГ. Здесь я могу себе, наверное, позволить и вот этот отряд, скорее всего. БФГ. Так, ну у меня здесь кто будет? Наверное, первым пойдет голем. А вторым можно будет, в принципе, вызывать и молотильщика. Или же тоже БФГ, ребята. Тут уж как оно пойдет. Что-то как-то оно не очень хорошо пошло, если честно. Тут победит тот, у кого будет луч. У первого сработает луч. Хотя вот так вот мы сделаем. И две БФГшки просто смели с тобой с помощью луча, потому что моя БФГха выпустила луч. И у них было очень мало здоровья, потому что они на шипах здесь простояли. Так что все окей. Ускоряемся, друзья мои. Ну, ты сам понимаешь, ускорение ставлю для того, что, ребят, не тянуть времени. Потому что тут, ну, 100% победа. Тут по-другому просто, ну, никак не могло бы быть. Так, здесь, блин, здесь молотильщик прибавляется. Значит, мы с тобой возьмем, наверное... Блин, подожди. Подожди секунду. Вот этот отряд я возьму. Только лишь потому, что здесь у него молотильщик, ребята. Если он будет срабатывать... Вот-вот-вот-вот-вот-вот начинается. А успею ли я вообще тут что-нибудь сделать-то? Против молотильщика-то? Ну, мы оглушили, но это не помогло. Видишь, что делает? Я думаю, здесь только слепой бы не увидел, что тут происходило. Твою налево, мне повезло крупно. Качаем, 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 ребята, наших бойцов. Так, еще одного всадника надо призывать здесь. Именно вот из-за того, что, ребята, он выпускает пилу, я и поменял отряд. Я взял более сильных юнитов, таких как паладин, щитобот, которые не будут вот так легко помирать от его пилы. А так бы мы бы уже давно валялись бы в муке, в прахе, извини меня. Из-за того, что молотильщик просто бы всех сносил. Ну что ж, давай посмотрим, что у нас тут. Тут вот, кстати, можно, ребята, взять какой-нибудь... Ну, послабее отряд. Почему, ребят? Во-первых, здесь БФГХа. А с БФГХа у нас очень хорошо справляется ниндзя. Вот. И как очередной сильный танк, здесь, конечно же, будет у нас... А слушай, если сейчас... Вот, вот, вот. Пока он тут летает, ребята, я выбираю сейчас жнеца. И жнец начинает здесь отстраивать свою армию.
Блин, вот это мне не нравится, конечно. Сейчас проверим. Так, вот они, мои зомбики, и пошли уже. Мы сделаем клетку. Мы вызываем ниндзю. Ползуна берем. Ой, посмотри, что происходит. Да. У врага просто не было шанса. Ни единого. Он на что-то рассчитывал, но зря. А вот здесь похуже, ребята, будет. Почему? Щитобот плюс БФГшка плюс молотильщик. Здесь придется навернуться к нашему отряду. Вот этому. Нет. Вот к этому. К топовому отряду, потому что здесь очень сильная комбинация. Щитобот, молотильщик. Сам понимаешь, да? Плюс хил. Но это так просто легко не пробьешь. Это просто так легко не пробьешь. Еще он выделывает. Сразу же... Я не понимаю, зачем мне здесь вот этот хмырь-то нужен? Я что-то никак не могу понять. Для чего он у меня стоит? Вот этот репульсор. Никак не могу понять. Зачем я его взял в команду-то? Чего он у меня здесь забыл? Серьезно говорю, ребята, я не понимаю. Так, ну что, давайте посмотрим, что у нас тут. Оу. Ядерный робот. Еще тут проказник, ребят. Ладно, нам не привыкать, как говорится. Мы и с такими, да, справлялись. Так, смотри, 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 что делает. Смотри, что делает, а? Щитобот идет прям вровень, ребята. Все, такой встал, клешенками с вами помахал. И понял, куда он попал. А я, друзья, сейчас буду... А по-моему, тут уже никого не надо вызывать. Да. Вообще лихо. Лихо запинали базу. Ну что, ребят, забираем награду. А награда у нас вот такая. Довольно неплохая. И мы переходим с собой в долину подданных. Начало кислое. Но я здесь могу отыграть вот этот отряд спокойненько. Просто на изи. Да, здесь есть фехтовальщик, нервирующий меня. Но также у нас есть здесь голем и молотильщик. Блин, вот это плохо. Ой-ой-ой, это очень плохо. Твою налево, он сейчас начнет, да, он сейчас начнет кочегариться, ребята. БФГ срочно. Так, карточку забрал. А вот это было круто. БФГ-ха молодец. Скороходы. Мы какие-то скороходы с тобой завершили. Значит, мы действительно с тобой скороходы. Очень быстро проходим. Че, я, наверное, ускоряюсь, друзья. Две БФГ. Они тут запинают любого. Как-то так. Как-то так. Квесты. Призовите бойцов... А, призовите бойцов нежити. Так, проведите игру с отрядом Б. Одержите победу в 10 битвах на аренах. Так, ну что, здесь копейщица. Я никаких особых здесь не вижу преград для нас. Так что давай попробуем. Ну куда ты лезешь, а? Ну, молотильщик, выходи быстрее. БФГ-ху. Есть. Ха-ха. Нормально. Я корни выпущу, наверное, здесь. А корни, по-моему, не работают, да? Или работают, не вижу. Работают, но не так хорошо, как хотелось бы. Есть.
Есть контакт. Ну что, друзья, следующий поединок у нас, и здесь прибавляется уже лучница. Ну, лучница, что я могу сказать? Стреляет издалека, но у нее выстрел не такой далекий, как, например, у той же самой баллисты. У нее такой коротенький выстрел. Но у нее есть эффект поджога, что не очень хорошо. Угу. Вон она идет, корявая. И она как раз подожгла мне моего голема. Прекрасно. Опять подожгла, что ли, голема? Ну да. Ну да, да, ребят. Победа, очередная наша победа. Так-с, отряд жалко у нас кончился. Бродяга. Друзья, здесь бродяга прибавляется, а? Тоже мне агроба нашлась. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. А я, наверное, Джаггернаута сейчас призову сразу же, да и все. И вот так вот. Хлоп. Нормально? Вообще великолепно. Плюс ниндзя. Еще один ползун. Ой. Бородавочник, друзья мои. Ой, какой бородавочник, бродяга. Опа, обоих тут заморозили. И кажется, все. А как ему, я что-то не понял, а как ему, ребят, бродяга же прибежал. Кто его задел, что-то не успел я увидеть. Кто по нему там успел бомбануть. Так, ну здесь не знаю, даже король. Вот этот, в принципе, отряд очень даже, наверное, будет неплохо. Мне не нравится бродяга здесь, блин. Со своей вот этой скрытностью, блин. Прям не знаю. Он меня почему-то раздражает. Зашибись. Мечник и сразу же лучник. Ну ладно, гаденыш, я сделаю тогда вот так вот. Ну, прикрывать надо, естественно. И друидку теперь вызовем. Сюда, к ногтю все. Тут надо очень много баллист вызывать. А вот, ребятушки, король пожаловал. Да, по всаднику на журавле-то он не может попасть. Потому что это летающий юнит, а он летающих юнитов трогать не может. Поэтому, ребята, и проиграл. Смотри, смотри, смотри на этого бродягу, а. Ханорик несчастный, все, ребят. Тут тотальное уничтожение идет. Я уже от нечего делать сюда, даже дополнительную армию подозвал, но, как ты видишь, обошлись и без нее. Ну что, давай сюда награду мне. Так себе награда, если честно. Ну, а у нас территория нежити. Голем плюс банши. Блин, отряд-то вот этот, по-моему, не очень хорошо здесь идет. Ай-яй-яй-яй-яй. Он же сейчас начнет банши, по-моему, да? Нет, вначале он голема позовет, потом... Ну да. И вот, вот проблема сейчас, ребята, будет в ее крике. Нет, не достает до базы, слава богу. Но если бы доставала бы, мы бы получили бы уже урон.
Я вот это не зря ли сделал, не? Нормально, нормально, все прошло. Прокатило. Банши, заткнись ты там, а. Орет, наяривает. Опять орет, что ли? Все, 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 все. Победили. Даралась она там. Так, ну что, ребят, второй этап. Блин, у нас энергии здесь нету, и здесь нету. Прыгун. Эх, ребята, здесь прыгун. Его контролировать надо. Причем контролировать довольно серьезно. Спасибо, Ронин. Не подкачал. Просто одному за другом рот затыкает. Ну где он? Я жду, блин, его. А он не идет, ребят. Вот он. А чё это? Он даже ничего не сделал, ребят. Он даже не успел. Мы его просто лучом. И все. И goodbye, my friend. Опа! Есть, нам повезло, ребята, крупняком. Я и здесь, как говорится, успел забомбить. И базу мы уничтожили. Фига он там в ярости психанул, как обычно. Так, здесь я буду вот этот отряд отыгрывать. Не нравится мне, конечно, длиннорукий этот, когтистый. Но ниндзя, по-моему, до него дотянется раньше, чем он своими когтями до нас, да? По-моему, так. А может быть и нет. Не помню, если честно, ребят, не помню. Сейчас проверим. Вот так. Хорош. Клеточка для них подготовлена у нас. Все. Голема, как говорится, заткнули в пробку и все. И сразу, друзья мои, дело пошло. И голова не долетает до ниндзя от когтистого. Так что тут двойная выгода. Так-с, предпоследний этап. Это, блин, тут опять прыгун, а. Как только прыгун, я сразу, ребят, переключаюсь на нашу вот эту вот армию. Что-то тишина. Ждем, ждем, друзья. Сейчас будет его прыжок. Хорошо, без истерики он начал. Просто, ребята, очень хорошо. Бежал, бежал и не успел, друзья, добежать. Я вот монетку прихватил. Он не успел до нас добежать. Мы уничтожили его замок быстрее, чем он там пикнул. Ага. Блин, этот дед, конечно. Не, ну тут однозначно надо брать этот отряд. Потому что этот дед, сам знаешь, дед Вастушупа, дед, который просто молотит, не по-детски сотрясая землю и нанося колоссальный урон. Тут даже, я боюсь, и ведьма-то наша не поможет. Ронин без истерики вышел. Отражение-то чё? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, ну еще и служитель тьмы, да, явился. Да, он на раз уничтожает. Мне надо, блин.
Вот, вот что я хотел сказать, ребята. Мне надо как можно быстрее ведьму призвать. А куда же она одна-то пойдет? Воу! Это просто, ребята, повезло нам. Это повезло, что красный луч смерти выпал. Да. А так бы, я не знаю, ведьма бы, вряд ли бы она одна против деда справилась. Ну почему? Потому что дед ее застанил бы. Так? А там же еще за ним армия шла. И она бы, само собой, разнесла бы в пух и прах ее. И причем он, если бы наносил бы удары, он еще и задел бы наш замок. Так что нам повезло, что луч смерти выпал красный. Так-с, давай. Ну что у нас там, ребята? Это все есть. Слушай, это последний. Но у нас, по-моему, ребята, энергии осталось шиш да не шиша. Ронин, нет, нет. Нет, 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 Ронин и всадник. Вы серьезно сейчас? Ёк-макарёк. Он подобьет же его, да? Подобьет. Но он сейчас, по-моему, будет его одним за другим выпускать, да, по-моему? Давай, 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 ниндзи. Выбежал. Слушай, ну тут хорошо получилось. Очень даже крутенько. Оу, щит. Терракоша плюс самурай. Ну, я имею в виду Ронин. О, щит, щит, щит. Да ниндзю давай ты мне сюда, срочно. Фух. Нам, ребята, крупно повезло, что ниндзя воскресилась. Да? Да, ребята, повезло нам по крупнику. Но, тем не менее, победа. И с этим ты ничего не сделаешь. Просто это та самая команда Ронин. Ронин и тигр. О, нет. Это, ребята, команда вообще ничто, ничего здесь делать не сможет, к сожалению. Сейчас, если выбежит Ронин, а он выбежит, ребята. Это просто везение, ребят. Да ты заколебал уже, блин. ФГ, звездани по нему. Никакой души не было? Не было, ребят, никакой души. Вот! Вот она огромная проблема для меня, ребят. Всадник, блин, вшивый на журавле. Да-да-да-да-да-да-да. Вот она уничтожает всю армию, все. И тут ты ничего не сделаешь, к сожалению. Она еще хил себе врубила, блин, а? Ну ты посмотри. Нет, 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 ребят. Ну тут уже никак. Не-не-не-не-не. Этот отряд, это заведомо, ребят, проигрывает. Ну, потому что всадникам нужно рубля кем я могу только подбить? Одним войском, вот этим вот. А он, во-первых, друга стоит, и у него откат. Поэтому этим отрядом, ну, бесполезно было вообще играть. По чесноку скажу тебе. Просто бесполезно. Ну, посмотрим, может быть, сейчас
Хоть где-нибудь. Нет, ребят, нигде энергии, к сожалению, нету. Этот отряд у нас на тренировке стоит. Ну что ж, тогда все. Все, ребята, на сегодня прекращаем. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.